В этом фильме показан бульдозер Caterpillar D7R из состава строительного батальона ВМС США, переброшенный в Пуэрто-Рико для оказания помощи пострадавшим от урагана Мария. Эти события происходили в сентябре 2017 года. Машина доставлена моряками амфибийного подразделения с помощью десантного корабля типа ЛСП. Переброски тяжелых тракторов морем десантными кораблями – это обычные операции десантных подразделений США, начало которым было положено еще во время Второй мировой войны. На Тихом океане у каждого десантного корабля типа ЛСТ был свой штатный трактор Caterpillar D8, оснащенный бульдозером. Эти машины были оборудованы удлиненными воздухозаборниками и выхлопными трубами, которые возвышались над трактором, что позволяло им работать и в глубокой воде. Бульдозеры размещали в носовой части корабля, и когда ЛСТ не мог добраться до берега, чтобы выгрузить свой груз, первым на берег высаживался Д-8 и делал песчаный пандус в корабле. Для обеспечения такой тактики десантирования тогда же были сформированы небольшие отряды под названием «Beach Party Teams», которые и осуществляли эти подготовительные работы. Батальоны «Beach Party» участвовали в высадке морских десантов также на европейских и африканских театрах военных действий.